Жительница Сургута отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей. На телефон 48-летней женщины поступил звонок с незнакомого московского номера. Мужчина представился сотрудником отдела экономической безопасности и сообщил, что со счета сургутянки пытаются снять больше миллиона рублей по поддельной доверенности. После этого к делу подключился сообщник афериста. Он взял на себя роль сотрудника службы безопасности финансовой организации. Мошенник подтвердил факт о попытке снять деньги со счета югорчанки, а также об оформлении на ее имя кредита 800 тысяч рублей. В дальнейшем женщине звонили якобы из полиции и даже из Центрального банка России. Обеспокоенная сургутянка поверила аферистам и перевела на их счета почти 2 миллиона рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь. По этому факту уже возбудили уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.